Здравствуйте, уважаемые зрители. Наконец лето в Мурманске. Вот жена у меня с собачкой. Вышли погулять немножко. Смотрите, ледокол Ленин. Мы находимся в порту. Ну, называется почему-то там морской вокзал. Ничего здесь, никакого транспорта не ходит. Вот этот ледокол Ленин, на котором была экскурсия, а рядом приплыло какое-то судно. Наутика или Науфика. Там прочитайте сами. Смотрите, какой гигант. Вот еще раз ледокол. Огромный ледоколище. И вот эта фиговина. Так что заплывает Мурманск, конечно, к нам эти товарищи. Ну а так, там дальше торговый порт. Видите, кранов сколько. Вот так вот. Это здание вот это морского этого вокзала. Здесь рядом, ну, вроде газон должен быть, только трава еще не выросла. Помните, снег недавно шел. И вот, красиво здесь сделано так, чтобы люди ходили, а не машины ездили. А дальше аллейка. Вот там аллейка. Как в Советском Союзе еще, видите, осталось немножко таких аллеек. Вот в Мурманске, в частности. Она такая небольшая. Ну и все, собственно. Собственно, все. Ну так, кусочек Мурманска для тех, кто просил. Пожалуйста, до свидания, до новых встреч.